Сербистандан ет Крымны Русия регионы оларақ ресми таныдым. Канун бойынша топрақ. Турквижн 2015. Салам алейкум, азиз телесеерчилер. Хабарлер яйына диқатыңызға тақдим етіле студияда мен София Сайтабляева чалышам. Сербистан әйетті Қырым Джумхуриетінің мединиеті тарихы иле таныш олды. Ярымадамызда 2014 сенесі өткерілген референдум олардың диқатыны желпетті. Крым Джумхуриет Девлет Шурасында бірінші вице-спикер Константин Бахаревның, Крым парламентының президиум азаларының и Сербистан демократик фирқасының әйеті иле көрішіп олып кечті. Бұ әйетінің елбашчысы оларақ әвел мемлекетінің экс-премьері Ваислав Каштуница олды. Вечоқ еллар девамында о Сербистан парламентының тешкілеті еді. Лякін 2014 сене сайлавлары нәтижесінде 5% кечеджі сынырдан кечіп оламады ве парламенттен тыш оппозицияға кечті. 2014 сене фирқаның елбашчысы Сандарашкович Ивич олды. О 2008-2011 сенелері Италияда Сербистан елчісі ішінен белі. 2005-2007 сенелері есе Косова ве Метахия бойынша Сербистан акимиеті оғынды координацион шураның елбашысы олды. Двери фашизмге қаршы вееске қанунлар тарафларының арекеті кібі белі. Крым Девлет Шура рейсінің бірінші муавины Константин Бахарев Сербистан зенаддашларының зияреті ярымада ве Сербистан сияси фырқалар векілері арасында семерлі бағлар құрылывы үчін темел олажағында өз еменлігіні білдірді. 16 марта прошлого года крымчане сделали совершенно осознанный шаг, приняли единственное правильное решение в отношении судьбы нашего полуострова. И, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Бүгін Қырым акимиеті үгінде тұрған бірінші вазифе Қырым иқтисадиетіні ұлдықча тез ислеат етмек, үгінде тұрған Русия регионларының яшайыш севесіне ирішмек. Воссоединение Крыма с Россией обусловило и новое качество крымского парламентаризма из чисто представительного органа власти, каким мы были в составе Украины. Сегодня парламент Крыма – это законодательный орган. Осне в бетінде Сандарашкович Ивич айрача қайдеттеке Сербистан демократик фирқасының ведвери адлы «Ватан первер» арекетінің бірлешмесі да бір ел әвелсі ос конференциясында Крымны Русия регионы оларақ ресми таныды. Ве бұна ойғын фикірге Сербистан әалисының эксерияті дестек көстергенінің қошты. Мы полностью поддерживаем развитие Крыма как субъекта Российской Федерации. Общекрымский референдум 16 марта 2014 года был для нас большой надеждой. Вы вернули Крым в объятия матери России, и мы надеемся на поддержку со стороны Российской Федерации в вопросе проведения в Сербии референдума о прекращении интеграции, который уничтожает нашу страну в национальном и экономическом смысле. Көрішіп кетішатында сияси, иқтисади, медени ве джемиет саларында қаршылықлы ішбірлік меселелері музакере етілді. Екі тарап Қырым ве Сербистан шерлері арасында оларының яшайшынен, тарихынен ве меденетінен танышмақ үчін достане мұнасебетлер құрылывы іле сиясетчілер, джемиетчілер ве журналистлер әйетлері алмашуы іле мерақланғанларыны білдірді. Айша Шулакова, хабарлер. Бүгін Судақ шәрінде Зиманеви Қырымда жемаатшылық фікірі ролі адлы ілк форум ачылды. Мұнда Қырым Джумхуриет ішкі саясатының назиры, вице-премьер назиры Дмитрий Полонский ве Девлет Шурасы рейсінің муавины Ремзи Ильясов іштірак еттілер. Форумда Насыл Суалер музакере етілгені ақында Невбеттекі Лепхамас. 2016 сенеде Крым Джумхуриетінде тиджарет олмаған жемаат тешкілетларына қошма малие оларақ 15 миллион рублей миқдарында айрылмаға планлаштырыла. Бұ малыматны бүгін форум чертевесінде Крым Джумхуриет ішкі саясатының вице-премьер назиры Дмитрий Полонский білдірді. Оның сөздеріне көре, Крым ярымадамызда ресми оларақ 2000-ге яқын тиджари олмаған жемаат тешкілет ресмилештірілді. Выросла важность роли именно общественных, некоммерческих организаций, роли общественности в жизни вот, не только Крыма, но и всего российского государства. Поэтому считаю, что вот сегодняшнее мероприятие, оно очень важное. Нужно, что называется, постоянно ну, вот в таком плановом режиме сверять часы. Очень приятно, что здесь присутствуют представители самых активных общественных организаций, самые активные крымские общественные деятели. Поэтому вот мне, как представителю власти, это очень нужно и очень важно слушать и слышать мнение людей, которые занимают активную жизненную позицию. Оның фікірінде Қырым акимиет тарафындан көстерілген дестек жұмхуриетіміздегі тешкілятлар үчін мұйым қол тұтып олыр. Вице-премьер қайдетті ке жима тешкілятларының сайысы чоқ олса да, тек бірқач реал тікліфлеріні амелге кечірмеге мүмкін. Очень важно, чтобы люди, которые находятся на местах, чтобы люди, которые в центре вот, общественной жизни, социальной жизни, экономической, чтобы нам подсказывали, обращали внимание. А то, что нас критикуют, так это правильно.
мы наоборот всегда говорим, критикуйте, подсказывайте, потому что для нас это в обязательном порядке, ну, такое руководство к действию. Значит, не все в порядке, значит, где-то на какую-то сферу нужно обратить больше внимания, значит, где-то есть какие-то проблемы, которые, ну, по каким-то причинам были упущены властями. И поэтому к критике нужно относиться абсолютно нормально. Тедбір чертевесінде Қырым Чумхуриетінің вице-спикері Римзи Ильясов, граждан жемиеті ве Қырым Чумхуриетінде девлет милли сиясеті адлы мебзуда чықышта болынды. Марузасында обойле қайдетті. В последние годы мы много говорим о гражданском обществе. Эта тема для нашей страны и региона в силу исторических причин и актуальна, и сложна. Мы все команда одного корабля, команда нашей многонациональной республики. У каждого из членов которой своя миссия, своя функция, своя личная честь и гордость, и своя преданность общему делу. Корабль выйдет на большую воду, плавание его будет безопасным и успешным только в том случае, если мы научимся действовать именно как единая команда. Такова формула истинной демократии, чтобы из многих возникла единая. Қырым Чумхуриет Девлет Шурасы рейсінің муавины Римзи Ильясов граждандар бірлештірілмесі аққында бойле изат берді. Важнейшим инструментом и одновременно целью реализации государственной национальной политики рассматриваются институты гражданского общества. Лишь с их помощью возможно полноценно и эффективно решать задачи государственного управления и одновременно содействовать укреплению гражданского единства российской нации, обеспечивать этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Крыма. Ценным примером тут может служить образование межрегионального общественного движения крымско-татарского народа «Хырым». Как гласит восточная мудрость, когда ветер меняет направление, одни строят стены, а другие – ветряные мельницы. Біріншіден біз тек өзіміз үшін чалышмаймыз. Өз балаларымыз үшін келечек несіліміз үшін чалышамыз. Япқан ішлеріміз оларға қалайжақ. Олар біздің келечегіміз. Бұ фекер форумның нәтижесі оларақ тедбірде болынған акимиет векелерінің қол тұтывыны қайдетмелі. Фадиме Сейтмамут, Хаберлер. Наразылық акциялар өз статусыны деніштірем. Қырымда өз башына құрылған топырақ участкаларыны ресмилештірелер. Бүгінден башлап, наразылық мейданларда реаль вазиетіні өгренген іш группасы чалышы башладым. Ілк чықыш молодежная қасабасына олып кечтім. Анда бізім телевизион группамызда бұлынды. Бүгін молодежная қасабасында керчектенді Алел Хусус бір күндір. Қачылдан берлі ерлі сәкенлер мұстахил алда участка меселесінен күрешменге тұрыша әділер. Дефаларжы акимиет векілеріне мұражат етіп, нетижесіз қайтмаға мечбур әділер. Бүгін есе жүмкүриетінің принципиал ноқтайы назары бар. Еч бір подрядчиксіз граждандар или доғру іш алып барыла. В соответствии с поручениями главы республики и председателя земельной комиссии Совета министров Бальбека Руслана Исмаиловича, значит, создана рабочая группа, которая сейчас осуществляет практические выезды, как это все работает, вы видели. Непосредственно устанавливается, что действительно те люди, которые включены в электронную базу данных, которая была сформирована в течение прошлого и текущего года, участников вот этих акций, что эти люди действительно имеют, скажем, понимание, что у них есть земельный участок, имеют какое-то к этому отношение. Работа ведется достаточно принципиально. Наразылық мейданның әрбір іштіракчысы өз участкасы янында тұрып іш группаны бекледі. Анда есе мәлімат ве участканың номерасы тешкерілді ве паспортның копиялары қабыл етілді. Молодежная қасабасы бойынша умуми алғанда 800-ге яқын ариза базаға көрсетілді. Ерлі сәкенлер Хуванчиле көрішуге тешриф бұйырдылар. Айталар ке елларжы чезілмекен меселеде ілк сефер мұзбет әрекетлер көрінді. Обещание украинских властей. Не дождались. Но раз какие-то шаги делаются, для нас это очень большая радость. Очень радостный день, потому что мы еще в прошлом году точно так же собирались, тоже ездили в сельский совет, сдавали документы. Нас еще тогда обрадовали, но мы как-то не верили немножко, все равно немножко сомневались. А сейчас, конечно, больше, ближе к победе и больше радости на душе. Мескюр наразылық мейданның іштіракчілері қайдетелер ке ерлі сәкенлердің эссас арзулары топырақ участкаларды ресмейлештірмектір. Акимиет тарафындан темін әтілген халқ или аляхаве конструктив диалог мұзбет нетичелерге умют әтмеге имкан бере. Мы неоднократно обращались к той власти, мы
опять же, и в кабинет министров, и куда мы только не обращались, но никаких положительных моментов мы не ощущали. У нас просто все, опять же, жители местные, которые хотят получения законным, я подчеркиваю, путем выделения земельных участков. Вот. И мы всегда готовы к конструктивному, скажем так, диалогу и сотрудничеству в любом, скажем так, направлении для того, чтобы, опять же, совместно как бы так вот жить. Илк наразлык мейданлары та 80-нчы сенелернин сонунда пейда олып башлады. Айны о вахыт халкымыз авдет олынып, өз ватанына кайтып башлады. Акимиет бу топрак участкаларны ресмийлештирмеге имкан бермеди. Кырым татарлар наразлык шекилде өз башына участкалар алдылар. 30 йыл девамында мескур мейданлардын вазиеті денышмеди. Бүгүн эсе топрак меселеси жумхуриятыбыздын принципиаль суалыдыр. Тезден мескур меселе өз чезилмесини тапар. Бу кыбы чыгышлар наразлык мейданлардын эр биринде тахминен ноябрь 15-ине кадар этмеге планлаштырыла. Левиза Сидбилялова, Алишер Алимов, хабарлер. Бүгүн Москвада Русия Федерация гражданы паспортынын намлы боксчы Олимпик оюнларда күмүш мүкөфат казанган яры агыр чеки категориясына буз бүтүн дүйнө чемпиону Рой Джонс элдейтти. Ресмий мерасим Русия Федерациясы Федераль миграцион кызметинин баш бинасында ташкил этилди. Спортчы паспортуна Русия Федераль миграцион кызметинин граждандык маселелери боюнча идаре рейсинин муавини Геннадий Демьянченконун колундан алды. Русия гражданлыгы Америка Кошма Штатлары сакинине Джонсга Федерациясы президенті Владимир Путиннің эмірі іле тағдим етілді. Хатырлатамыз ілк сефер бозгісченің девлет башы іле көрішіві Ақярда 2015 сене август айында алып кетті. О вақыт Джонс қайт етті ке Қырым иклемі бойынша оның ватанына хатырлатам. Оның айтқанына көре, о озыны Қырымда яқшы есетте, энзиядесе о ярым аданың джинюбінде ерлешкен партенит қасабасына бегенді. Августның 20-де спортшы Русия гражданлығына алмақ үшін мұраджат наме яздым. Кырымда эсе кеченлери Аметхан Султан адыны ташыган мейданда караманыбыздын 95 жылдыгына багышланган тантаналы митинг болуп кечти. Тедбирде акимет векилери чыгышта болунду. Программага эсе ер ве музыкаль композициялар көрсөтүлдү. Тасетуджа базым лефхамызда. Ахмежитте Совет Бирлигинің 2 дефа караманы, учучу сынавжы, Кырым татар халкы шанлы оғлының Аметхан Султанның 95 йылығына бағышланған тантаналы митинг кечті. Тедбір караман адыны ташыған мейданда өткерілді ве 100-ден зияде инсанны топлады. Тантаналы митинг Ан-2 учақның учушы іле башлады. Тедбір Кырым акимиеті қол тұтуы іле кечті. Митинг башында милетлер Аравия сүргүн етілген гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов чықышта болынды. От имени главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, от имени правительства Республики, хочу поздравить всех нас сегодня с большим праздником, с 95-летним юбилеем нашего великого земляка, дважды Героя Советского Союза, Аминхана Султана. Более 70 лет назад этот человек в одном строю с другими героями, с людьми разных национальностей защитил нашу родину от фашистской чумы. Аметхан Султанның бабасы догма дағыстанлыдыр. Шу юзден митингке Дағыстан векілеріні дәвет еттілер. Яшлар ішлері бойынша Дағыстан Джумхуриетінің назері топ ашқанларға мұраджат етті. То говорить буду как земляк землякам. Подвиги Аметхан Султана, его благородство и преданность профессии, отчизне и своему народу, безусловно, являлись, являются и должны оставаться основными векторами в деле воспитания подрастающего поколения. Бундан ғайры, улу ватан женкінің ветеранлары, Афганистанда оған женкінің иштиракчилері, генчлер, мектеплелер, джемаат ве караманның сойлары мейданда топландылар. Олар арасында Аметхан Султанның 2 доғмыш қардашы Небис Адлаев бар еді. О, ағасының яшлығы ақында самими хатыралар іле пайлашты. Он был очень скромный. И проходя вот мимо как раз его бюста, всегда прятал лицо и делал сигналы такие экскурсоводу, чтобы она его там или кто там экскурсовод был, чтобы не выдавали его. Ну и через парк вот спускались к морю. Он очень любил море. Купаться. Друзей очень любил. Ось халқының ақиқи ватан перверіне Украинадан нам қазанған санаткарымыз Сейтабла Меметов Аметхан адлы түркіні бағышлады. Аметхан, дилерден ұстансын. Аметхан,
Ватан Дженка Девамында Аминхан Султан 603 Дженкавер Учуш 130 Ава Урушлар Кечерды. Оларның арасында учучымыз 30 дане душман учакларыны йок этті ве 19 данесыны зюмреви Ава Урушларда. Аминханның ялныз ады немсе фашист учучыларыны дешетке кетерейді. Олар кок шайыны адландырылған учучы иле корышмеге ич истеми еділер. Алия Междиева, Эльвира Абдурашитова, Эдем Семейзлі, Хаберлер. Қырымда юз берген дегер адесе вақаларынен не бетекі рубрикамыздан таныш олыңыз. Қыш мевсімі, яне октябрінің 25-інден мартының 26-сына қадар Қырымға Русияның 6 шерінден яны авиарейслеріні кірсеттілер. Учақлар мақсус тариф бойынша қатына жақлар. Бойлелекнен Санкт-Петербургтан Ахмеджетке билетлерінің фиаты 4 бинден башылап олажақтыр. Қырым пайтақтына Уфа, Қазан, Самара, Екатеринбург ве Краснояртстан яны авиарейслер чалыша жақ. Бүгін Ахияр үкіметі орман ве ав қожалық ідаресі үшін яны янғын техниканы алмақ үшін 10 миллион рублені айырмақ қарар еттім. Ескірген техника еріне 3 яны янғын машина алына жақ, деп қайдетті Мескүр қожалық ідаресінің мудерім. Июль айының соңында Ахиярда ән юксек 5-ші класс янғын хафлығы илян етілген еді. Құртарыжы қызметлер күчілі незамда чалышмақ мечбур олған еділер. Джурчи қасабасының жәмесінде әр кішілері үшін мефтаның юылмасы бойынша семинар өткерілді. Джурчи район имамы Кемал Гафаров, Октябрьская кой жәмесінің имамы Сервер Ягаев ве район жәмиетлерінің рейсі Ваид Белялов семинар үштіракчілеріне мефтаның юылмасының бұтын талаплар, ясақ олынған әрекетлер ақында тариф еттілер. Еді ве еді магнитудалы веран әтіжі ерте пренмесі Афганистанда ве Пакистанда олып кечтім. Оның түш меркезі Гиндукуш дағларына арас келдім. Бұ қаза ән аздан 250 адамның олимыне себеп олдым. Яраланғанларының сайсы 1800 адамдан зиядедір. Түш меркезге ән яқын шиыр бұ Файзабад. Геологи қызметін қимет кесуіне көре ерте пренмесінің оджағы 200 километр терінлікте бұлынды. Қаза юз берген вақытта бізім зенадашымыз Ариана Афган телеканалының алып барыжысы тепремелерден қорқып, жанлы яйынлавдан қачып құртарылды. Таман Ярымадада Азақ денізінде Голубицкая станцияның Меркез Ялысы районында янардақ фышқыруы юзберді. Чамур атулуының юксеклігі 2 метраға еттім. Нетижеде Чамур адасы пейдалды. Біраз вағыттан соң фалик эксілді. Узынлығы 100 метр ве юксеклігі 2 метрні тешкел еткен Голубицк Чамур янардағы 6-8 елда бір кере фышқыра ве хафлы дегіл. Асыл олғанындан сон біраз вақыт кечтікче Чамур адасы юылып, йоқ олам. Кеченлері Қарасу базарда екі құранта арасында зидиет пейда олды, зидиетнің себебі ақча олды. Бұ меселеден яқынжа таныш олмақ үчін мұхбиріміз Қарасу базарға йол алып, лефасын азырлады. Қарасу базар жиырының сәкенлері Лейлі Усинова ве Мавиле Исмаилова арасында анлашылмазылық чықты. Бізге белі олғаны кебі Лейлі ханым 2006 сенесінден 2012 сенесіне қадар Түркия мемлекетінде чалышты. Пара қазанмақ үшін оның досты Мавиле Түркияге йол тұтты. Түркияде ісе Лейлі ханымның білдіргеніне көре, Мавиле ханым 2006 сенесінден 2012 сенесіне қадар борчқа ақча алайды. Сенетке көре Мавиле 20300 доллар борчқа алды. 17100 доллар дарында Мавиле ханым қайтарды. Ләкин Лейлі ханым қадын да она борчлы олғанына таздықлай. Частями ей с периода 6 по 12 год май месяц выделила в сумме 20300 долларов согласно расписке. 17100 из которых согласно распискам она эти деньги мне вернула. Оставшуюся часть она сказала, согласно расписке написала, что будет отдавать частями. Но на сегодняшний день, в 2014 году, она сбежала в Турцию. И всячески отказывается, что она уже выплатила эти деньги. Лейлі Усейнованың сөзлеріне көре, о квартирасының тамир ішлеріні бітіріп оламай. Себебі пара йоқсызлығы. Из-за того, что Мавиле не дала мне деньги, из-за отсутствия материальных средств, я 2,5 года не могу войти в квартиру. Я прошу, я умоляю Мавиле,
верни мои деньги. Деньги Алиевой Фатиме, которые ты приехала в Турцию и просила, чтобы я отдала тебе деньги и чтобы ты вернула долг Алиевой Фатиме. Бу мәлімат керчеклігіні аңламақ үшін біз Мавили Исмаилованың евіне ел алдық. Мавили ханым телевизион группаны қаршылап, азбарға кечмеге теклиф етті. Ве бұ меселе ақында о бойлі айтты. В суд подавала, в милицию когда подавала, я ходила. Я сама ходила, мы все это предъявили. Потом она подала, я уехала заработать, она подала опять в суд. Суд опять потребовал меня, но потом вместо меня пошел сын. И они говорят, покажите. И там, по-моему, все уже разобрались. Если бы не разобрались, я уже целый месяц дома. Мавиле ханым білдірді ки, егер Лейля ханым ондан разы олмаса, махкемеге ариза йолласын, ве махкеме доғры қарар чығарыр. Егер махкеме мен боршлы олғанымны избатласа, мен бұтын керек олған ақчаны қайтарырым, деп білдірді Мавиле Исмаилова. Абдулла Джосман, Сейтмемет Хукчиев, хабарлер үчін. Бізге бойлы реджайлы мұраджат еттілер, чағына етмеген баланы ве оның ана-баба ақ ұқықларындан марум етілген анасыны құдыруында ярдым көстермек. Бойлы мәліматларға диққат айырмаға реджай етеміз. Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Крым объявлен розыск несовершеннолетнего ребенка Мороз Матроны, 3 ноября 2009 года рождения, а также ее матери, лишенной родительских прав и укрывающей ребенка Мороз Людмилы Анатольевны, 20 февраля 1967 года рождения. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить об этом по телефону 24-89-71 приемное управление, +7 978 832 66 56, судебный пристав исполнитель по розыску Аверина Марина Анатольевна, +7 978 793 29 14, отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей УФССП России по Республике Крым, Немцева Наталья Ивановна. Қырым татар музыкалы драма театросында Түрквижн 2015 ярышы олып кечті. Мерасимде бала ве бүйіклер іштірак еттілер. Боқтан Гүлнара Каримова икее еті. Түрк дүниясына бірлештірген ер ярышында біздің кешілеріміз іштірак етежекілер. Бұл сені ярыш Стамбулда кечежек. Түрквижнда эсасин зименеви эстрада ерларына ижра етелер. Шыны қайт етмек керек ке, бұл конкурста іштіракшілерінің көрінішіне дегілді, сез қабілетіне дыққат айрыла. Очок Евровиден ярышына бензе, ве түрк халқыларының бірлешмесіне, ән-әнелерінің инкешаф етмесіне үчін мейданға кетірілді. Ярыш ілк сефер ескі шехерде олып кешті. Қайде бойынша аны тек түрхи халқыларының темсілжелері іштірак етмек керектір. Айны телетрансляция Түрквижн Евровидениен бірлештіре. Ама Түркі ярышында бір сыра фарқларыны тапмаға мүмкін. Эсасы бұ формат вихайлет қайделері. Эр бір невбетте кешірілежек Түрквижн, ғалибе қазанған мемлекетте дегілді, бірде бір түркі девлетлерінің пайтақында өткерілі. Оны түркі мемлекетлер мұшавересінде сайлап алалар. Вы знаете, впечатления вообще замечательные. И здорово, что сегодня мы можем гордиться новым поколением, которое подросло и уже наступает на пятки. Это замечательно. Спасибо огромное преподавателям, родителям. В этом году очень сильные участники, и мы действительно придирались к каждому моменту, потому что выбрать, особенно вот у взрослых, было очень сложно, очень. Я думаю, что мы будем им не гордиться в последующие годы. Кырымлылар бу ярышта үчинчи сефер иштирак этежек. Кечкен сене Казан шеринде өткөрүлген Түрквижнде биздин ишрачыбыз Дарина Синичкина 10-нчи жедвелинин тепесинде ерлешкен ер-жыларының сайысына кірді. Бірінші олып санаға Илдыз чықлар, 16 яштан кечек балалар чықты. Олардан соң есе бүйіклер. Седатлы балалар, бұйық иқтисаслы жүри ве бір ғалып. Илк сефер іштіракшілерін тағдырыны тек жүри дегілді, сержелер сечмеге ярдым еттілер. Концертке келген әр бір сержі оз ерінде даветнамені көрді. Әр бір билетіні артында бекенген іштіракшінің сояды үчін ер айрылған еді. Мен бек әйжанладым. Я очень рада, что я прошла. Много нужно работать. Очень много, чтобы показать класс в Стамбуле.
Мое мнение, каждый вокалист должен превосходить все больше и больше. Должен работать, искать для себя что-то новое, и мы должны достойно показать себя там. Бузине Терквижин бала ярышы Крымда ильк сапер кечирилмекте. Ве онын галиба Алия Бекирова олды. Буйклерны исе София Денишаева темсилетежек. Будакыгадан башлап, олар ичин санатта буйк йол ачылды. Конкурсын сонунда сиержилер ичин Крым татар такымларынын яшы седатлары ось ойынларыны тагдим эттилер. Ве бу ярышка милли чизгыны коштулар. Крым татарлар түркий халкларынын арасында эн парлак йылдыздыр. Үмүт этемиз ки бизим санаткарларыбыз гурурга лайык чыкышта болунуп, галибени казанырлар. Гүлнара Каримова, Фатиме Ягияева, хабарлер. Кырымга курулачак көпүр территориясында алимлер кушларны, яны орнитофаунаны незарет этелер. Орнитологлар Таман Векерович ярым адалары МД Тузла адасында кушларнын эсабына кечирделер. Мутехасыслар канатлыларнын түр ве сайысыны белгиледилер. Иш девамында 115 чешитте 46 бинден зияде куш эсапка алынды. Олардан 13 түрү Россия Федерациясы ве Краснодар вилаятынын кырмызы китапларына кирсетилген. Кушларнын эсапка алуу Кырым көпүрүнүн лейхасыны амелге кечирилмесинин экологик незарет программасы черчевесинде өткөрүлө. Табиат эр бир алда гузелдир. Ярым адамызда табиат сюрпризлерин беклемек керек ме? Ве Кырымда ава насыл олажак? Ярын ярымадамызда дені шыджы болытлы яғмұрсыз ава олмасы бекленілі. Гарби ел санеде 3-8 метр тезлігінде эседжек. Ава арареті күндіз 0-дан юқары 8-13 градус геде 0-ға яқын олмасы тахмин етілі. Бұныне еніміз сонына етті. Ақшамларыны сарат кешсін. Сау қалыңыз. Қош кенжет.